побывать на Северном полюсе. Образовательный проект «Большая арктическая экспедиция». Московские школьники под руководством российского полярного путешественника Матвея Шпаро отправились в Арктику. Московские школьники, они склонны к исследованиям. И это вот вообще очень важно. Значит, неважно, что ты исследуешь, да, моллюсков или туризм, экотуризм, или ты исследуешь и строишь робот какой-то. Важно то, что у тебя твоя душа, она расположена к различным исследованиям. И это самое, наверное, важное качество того человека, который собирается отправиться в экспедицию на Борнео или в экспедицию на Северный полюс. У нее должно быть вот внутри жажда познания. В рамках большой арктической экспедиции для московских школьников провели множество увлекательных мероприятий. Одним из них стал конкурс «Арктика», очный этап которого состоялся в парке «Зарядье». Школьники представили на суд жюри свои проекты. Это еще одна возможность для каждого из ребят реализовать свою исследовательскую работу в условиях севера на плавучей полярной станции. Суть моего проекта в составлении видового списка гастропод шельфа Карского моря, который далее поможет экологам провести экспертную оценку состояния среды Карского моря. Проверить себя и приобрести новые знания по биологии, экологии и географии. Написать арктический диктант в этом году смогли более 7 тысяч московских школьников. Арктический диктант мне показался очень интересным и познавательным, поэтому спасибо большое организаторам за такие необычные вопросы. Тема Арктики меня очень заинтересовала, поэтому после прохождения диктанта я планирую изучить много различной литературы на эту тему. И, конечно, финальное испытание перед отъездом. Условия тренировки максимально приближены к арктическим. Гидрокостюмы, катамаран, вырубленная во льду дорожка и настоящие погружения. Но самое главное – взаимовыручка и умение работать в команде. На самом деле мне было не сложно. Вот. Я поняла принцип, как плавать. Все легко. Сегодня было первое погружение. Было немножко волнительно, как бы. Это было первый раз все-таки. Вот. Ну, я был готов, как бы, морально к этому. Это предстоит пройти еще на Северном полюсе. Я думаю, все получится. Проект «Большая арктическая экспедиция» уже объединил тысячи московских школьников. Это изучение и сохранение арктических экосистем, формирование экологической культуры, проверка своих сил и непременное достижение цели –